75-летие восстановления типа отношений. Этот юбилей имеет важное историческое и современное значение. За прошедшие 75 лет Запад грубейшим образом подрывает своими практическими шагами по введению незаконных санкций в отношении целого ряда государств, среди которых Россия, безусловно, но эта же политика начинает применяться активно и в отношении Китайской Народной Республики, в том числе в стремлении ограничить ее возможности экономического и технологического развития. А говоря попросту, ради устранения конкурентов. Личным добрососедством и дружбой создали совершенно новые, в отличие от стереотипов. Вы начали свое вступительное слово с упоминания недавно состоявшихся